Новость о беременности еще одной певицы на днях просочилась в интернет. Будущую маму заподозрили в Ирине Дубцовой. Повод для разговоров подкинула сама артистка, которая сейчас наслаждается романом с диджеем Леонидом Руденко. И не так давно выложила в свой микроблог фото из женской консультации. Но оказалось, что Дубцова сейчас вовсю готовится к концертному туру, а о будущей беременности пока только мечтает. И все догадки прессы приводят ее в бешенство. Ну что, я со всей ответственностью хочу сделать заявление. В данный момент времени я не жду ребенка, я не беременна от Леонида Руденко, а также я не беременна ни от какого другого мужчины на этой планете. Поэтому извините, если я кого-то разочаровала, но в ближайшие, по крайней мере, 9 месяцев точно я вам никого не рожу.